Всем привет! Вы на канале Film to Film. В этой подборке расскажу вам о криминальных фильмах, основанных на реальных событиях. А перед началом поставьте лайк и подпишитесь, чтобы не пропускать новые подборки. Для вас всего 2 клика за секунду, которые помогут развитию канала. Приятного просмотра! Фильм основан на реальной истории банды, которая работала в начале 70-х годах в окрестностях Леона. Эдмон Видаль по прозвищу Мамон рос в нищете в цыганском таборе. С самого детства он сохранил чувство семьи, верности и гордость за свое происхождение. У него был лучший друг Серж, и они вместе создают леонскую банду грабителей, которая стала известна во всей Франции благодаря своей деятельности. «Неприкасаемые» — это лента, где понятие настоящей мужской дружбы было основополагающим, а криминал выступил скорее фоном для режиссерского понимания этики. В центре сюжета криминальной драмы «Афера под прикрытием» история агента Боба Мазура, который проводит операции по внедрению в преступные группы. Его цель – выявлять всех причастных к отмыванию грязных денег. В конце концов, он выходит на Пабло Эскобара, самого известного наркобарона, заработавшего на наркотиках огромные деньги, и вместе со своими помощниками проникает под видом финансового консультанта в его ближайшее окружение. Любая ошибка может стоить ему и другим агентам жизни, но Мазур идет на этот риск, понимая, что другого шанса вскрыть всю преступную сеть и узнать действующие коррупционные схемы у него не будет. Фильм рассказывает историю Барри Сила, молодого пилота, завербованного ЦРУ. После потери лицензии гражданского летчика он начал сотрудничать с медельинским картелем и стал важным звеном наркотрафика США в 1980-х годах. Однако очень скоро главный герой привлекает внимание влиятельного наркобарона Пабло Эскобара, который как раз ищет пути перевозки кокаина на территорию Америки. Предложение от колумбийских бандитов оказывается настолько выгодным, что парень может от него отказаться. При этом главный герой продолжает исправно выполнять все задания разведки. Фильм поведает историю профессионального киллера Ричарда Куклински, который за время своей карьеры убил более 200 человек, но при этом умудрился оставаться для своей жены и дочек примерным семьянином. Изначально герой начинал в студии порнофильмов, но всегда имел склонность к насилию. В определенный момент, когда у Куклински уже была семья, а работу он потерял, криминальный босс предложил ему стать наемным убийцей, что совершенно изменило всю жизнь героя и превратило его в одного из самых опасных преступников всех времен.
Действие криминальной драмы разворачивается в Лос-Анджелесе в послевоенное время. Город оказался под властью криминального босса Микки Коэна. Он стал самым безжалостным и яростным мафиози, и никто не может ему помешать. Гангстеры боятся его головорезов. Полицейские и политики получают большие мешки с деньгами. Вскоре управление полиции решает создать секретный отряд, который будет действовать вне закона, уничтожая гангстерский бизнес. Во главе отряда смелых полицейских стоит сержант Джон и Джерри, которые объединились, чтобы попытаться уничтожить преступный мир Коэна. Фильм основан на реальных событиях, развернувшихся в Марселе во второй половине 70-х годов 20 века. Комиссар полиции Пьер много лет работал в отделе по борьбе с наркотиками, но практически безуспешно. За это время на его глазах погибли сотни подростков, втянутых в неприятности и доведенных до самоубийств или банальных передозировок. Для полицейского дело чести – найти и уничтожить тех, кто в этом виновен. Однако методы, которые Пьер принимает для поимки преступников, не дают никакого результата, и для борьбы с ним понадобятся методы, имеющие мало общего с законностью.